Новый сезон в театрально-концертном центре «Щелковский театр» открылся. Весьма интересные презентации со сцены рассказали о том, что же ждет зрителей здесь, в этом замечательном учреждении культуры. Ну и, конечно, не обойдется без сюрпризов и новых постановок. Что ж, в холодные зимние вечера местным жителям и гостям нашего городского округа будет куда прийти, чтобы вдохновиться и насладиться культурой и творчеством. Восьмой театральный сезон в театрально-концертном центре открыли встречи со зрителем. Привычная схема пресс-конференции сменилась неформальным общением. На сцене труппа театра, режиссеры, актеры, а также те, кто руководит коллективами. В составе театрально-концертного центра их несколько – театр, ансамбль русской песни «Распевы» и Щелковский оркестр. Таким разнообразием Центр культуры может по-настоящему гордиться. Есть зритель, который идет только на спектакль. Есть зритель, который любит «Распевы». Есть свой зритель у оркестра. И это замечательно. Мы знаем, что нам необходимо нашему профессиональному коллективу, а я сегодня не буду перечислять, потому что здесь нет случайных людей. Здесь наш зритель, который знает, кто у нас работает. Работают здесь те, кто любит творчество и искусство разных жанров. На презентации рассказали об успехах прошедшего сезона, а их было немало. Участие в различных мероприятиях, в том числе и на федеральных каналах, например, ансамбль «Распевы», радует зрителей шоу «Поле чудес» своим присутствием и, конечно, яркими номерами. Также яркими постановками как для взрослых и для детей радовал и Щелковский драматический театр. Интересные мероприятия проходили с участием Щелковского оркестра. Осень богата не только дарами и прекрасными красками. Осень также показывает нам новые открытия. И те открытия, которые для вас приготовил театрально-концертный центр, я уверена, безусловно, вам понравятся, потому что они очень сильно соскучились по сцене. Вы очень сильно соскучились по спектаклям и концертам. И я думаю, что вот эта взаимосвязь зрителя и актера обязательно будет иметь самый лучший эффект. А вот что готовит сезон предстоящий. Спектакль-комедию «Шутка в глухомане», постановка по произведению «Варшавская мелодия», детский спектакль «Путешествие барона Мюнхгаузена на Луну». На сцене ТКЦ также пройдут многочисленные концерты духового оркестра и ансамбля народной песни «Распевы». Последние подарили зрителям свое выступление. Вот она самая, что ни на есть импровизация, яркий творческий номер. Но ждали в этот вечер гостей сюрпризы не только творческие. Вот здесь в нашем пригласительном билете или программка это на открытие, по открытию театрального сезона 19-20, ну, во-первых, тут весь репертуар. И самое главное, что здесь есть вот такой купон. Он дается на скидку на любую премьеру, которую выберет зритель. Порадует зрителей и новая постановка режиссера Андрея Трубина. На сцене ТКЦ он поставит спектакль с говорящим названием «Один». Что же такое ты нам покажешь «Один»? Жизнь одного человека, взгляд его самого на свои какие-то коллизии жизненные, на ситуации и как он к этому пришел. Поиск самого себя отчасти. А где ты взял материал? Это моя пьеса. Да, это моя пьеса, то есть персонаж, который на сцене, это не я, но то, что происходило с персонажем в моей жизни, либо я был участником событий, либо я был свидетелем. Вот такие интересные постановки и события ждут зрителей театрально-концертного центра в новом восьмом сезоне. Нет сомнений, что зритель этот по достоинству оценит творчество и профессионализм, но главное – ту любовь, которую вкладывает в свою работу коллектив театрально-концертного центра «Щелковский театр». Лилия Тимиева, Александр Ожевский, «Щелковское телевидение».